Мотор! Камера! Хлопушку в кадр! Ниже хлопушку! Начали! На роль главного героя фильма был выбран актер драматического театра Денис Евневич. Секретами сценария короткометражки «Представь, что ты машинист» делится неохотно, чтобы сюрприз не испортить. Все безумно серьезно, какие-то невероятные бороды, щетины привезли. То есть то, что длинные волосы, это еще только начало, сейчас только первая картина. Куча всего интересного по гриму. Сценарий необычный, неоднозначный, поэтому... Судя по пробам, я могу сказать следующее. Когда мы пробовали, то есть в сцене написано одно, режиссер просит подкладывать под текст совсем другое. Поэтому что из этого получится, безумно интересно. По сценарию главный герой, писатель, становится действующим лицом собственной книги. Жанр определен как триллер, хотя московский режиссер Тэмо Эсадзе считает, что не все так однозначно. Это драма человека. Вот. Драма маленького человека, как мы говорим с времен Гоголя. Это история об инфантилизме. О том, что происходит сегодня со взрослым человеком, который оказывается вот в тех условиях, в которых мы сегодня благополучно живем. Создатели планируют представлять фильм на российских и международных фестивалях, но для самарцев обязательно будет организован премьерный показ. Творческие люди, артисты, режиссеры бывают очень суеверными. Одна из добрых кинотрадиций – это разбивать тарелочку перед началом съемок. На ней расписались все участники, артисты, операторы, режиссеры, ну, в общем, все, кто задействован в съемках этого фильма. И потом по кусочку раздают, опять же, всем участникам процесса. На этот раз кусочек тарелки достался и нам. Марианна Мирная, Станислав Левин. События.